Без прошлого нет настоящего, а без настоящего – будущего. Цикл программ об истории города. От Щегловска до Кемерово. С Владимиром Сухацким. В начале 20-х годов прошлого века Кемерово, ну тогда еще Щегловск, это город вдов. Настоящее бабье царство. После трех войн русско-японской, мировой, гражданской, мужчин было в два раза меньше, чем женщин. И такая картина наблюдалась не только в Кемерове, но и по всей стране. И вот именно им, женщинам, предстояло воплотить в жизнь самые амбициозные планы советской власти. Создать в России новые индустриальные центры. Одним из них был Кемерово. Мой сегодняшний рассказ о женщинах, которые воздвигли наш город, построили промышленные предприятия. О женщинах, которые трудились в забоях, у станков, то бишь о кемеровчанках. Вот уникальные кадры кинохроники. Кемерово, 1931 год, строительство ГРЭС. Нетрудно заметить, что землекопы в основном женщины. На некоторых стройках социализма котлованы для будущих цехов, заводов и фабрик рыли исключительно женщины. Когда в Кемерове началось крупное индустриальное строительство, в город в поисках работы устремились десятки тысяч людей, в основном крестьяне, сбежавшие от раскулачивания. Среди них очень много женщин. Малограмотные, без рабочей квалификации, они были непригодны для строительства сложных инженерных сооружений. Поэтому их использовали в основном на земляных работах. И вот в 1933 году в крупных городах Советского Союза началась выдача паспортов. Согласно принятому закону, тот гражданин, который к определенному времени не смог получить паспорт или являлся безработным, должен был покинуть в трехдневный срок населенный пункт. И вот человек уезжал в другой город, регистрировался на бирже труда, которая тут же отправляла нарушителя паспортного режима на великие стройки социализма. Так в Кемерове оказались десятки тысяч переселенцев, среди которых было немало женщин. А многие женщины, которые, мужья которых были раскулачены, они занимались как раз строительством многих индустриальных предприятий у нас в городе Кемерово. Ну, взять тот же кокс-химический завод. Его пустили еще при автономной индустриальной колонии Кузбасс в 1924 году, а уже в годы советской власти его решают расширять. И для этого нужно было много силы, потому что механизмов не хватало. И самые такие тяжелые работы, их иногда исполняли не только мужчины, но и женщины. Вот, например, у нас даже есть в музее фотография, и вот ее копия находится на выставке. И там как раз показывается бригада женщин, которых иногда называли люди-экскаваторы, женщины-экскаваторы. Они рыли котлованы как раз под некоторые цеха коксохимического завода. Потому что женщины, мало кто из женщин обладал большой квалификацией, мог быть большим специалистом. Из-за этого их вот использовали, вот, к сожалению, на таких вот работах. К сожалению, потому что, конечно, женское здоровье, оно не приспособлено, скорее, для этого. Но, тем не менее, несмотря на это, женщины внесли большой вклад. Вот этот снимок. Женская бригада землекопов. Строительство коксохимзавода. 1932 год. Так называемое фото на память. Девушки перечислили пол зарплаты в фонд стройки и за это их наградили коллективным фото. А вот коллективные землянки, в которых они жили. В самом трудном положении оказались не крестьянки, которые бежали из колхозов к тяжелой работе, им ведь не привыкать, а дочери бывших дворян, царских чиновников, интеллигенции. В их документах клеймо «Социальное происхождение не пролетарское». Это означало, что они не могли получить образование или устроиться на более или менее достойную работу. Тут нужно пояснить, жениться на бывшей дворянке себе дороже. Мужчины не хотели портить карьеру, заключив брак с белоручкой. В лучшем случае девушки из высоких сословий могли рассчитывать только на брак с бедным пролетарием. Да и то, если повезет. Выход – или стать проституткой, или стать землекопом. В 1932 году в Кемерове оказалась графиня Екатерина Воронцова. Это очень известный род Воронцовых. Девушке было 29 лет, она говорила на трех иностранных языках, увлекалась поэзией, живописью.
И вот она захотела получить рабочую специальность. Пошла в ФЗУ, ФЗУ это фабрично-заводское училище, и попросилась, чтобы ее научили работать маляром. Ей сказали: графинь на малярные работы не берем. Так что пришлось девушке пойти работать на коксострой и стать землекопом. В то время в Советской России экскаваторов практически не было. Своих не имелось, а покупать за границей дорого. Да и зачем, если в избытке есть женщины, которым если дать ломы и лопаты, они и горы свернут. Бывшая графиня Катя Воронцова стала очень хорошим землекопом. Ей за перевыполнение плана дали денежную премию, которую она тут же отдала в фонд стройки, и присвоили почетное звание «Женщина-экскаватор». Женщина-экскаватор – это что-то типа стахановца. Женщина-экскаватор, поздравляю. Так вот, новый статус был путевкой в новую жизнь. Теперь Екатерина Воронцова не дворянка, она женщина-экскаватор. Она могла поступить в училище, техникум или даже институт. Ну и, конечно, найти себе достойного жениха. Так все и произошло. Вышла замуж, сменила фамилию, забыла иностранные языки, но бережно, как самую дорогую реликвию, хранила почетную ленту с надписью «Женщина-экскаватор». В 1940 году в Кемерове бэби-бум. В 1926 году в городе насчитывалось около 22 тысяч жителей. В 1931 году число удвоилось. По пересе 1939 года население Кемерово почти 133 тысячи, но уже к 1 января 1940 года в Кемерове проживало почти 150 тысяч человек. Резкий рост численности населения – результат постановления правительства о запрете абортов. Этот закон был принят в 1936 году. Рост рождаемости составил 15% в год. Кемеровчан было бы гораздо больше, если бы не подпольные абортарии, которых в городе имелось предостаточно. Прочитаю небольшую заметку из газеты «Кузбасс», 1939 год. Однажды на квартиру Сафоновой явилась гражданка Лунина, которая обратилась с просьбой сделать ей аборт. Сафонова, ничуть не смущаясь, что у Луниной четырехмесячная беременность, приступила к операции. Следствием установлено, что к аборту Лунину принудил ее муж Шерин при активном участии его матери Шериной. Шерин, его мать и Сафонова арестованы и привлекаются к уголовной ответственности. Получили, между прочим, 5, 7 и 10 лет соответственно. Но что тут сказать, суровы советские законы. Уже после 7 класса многие девушки шли на завод работать. Они вставали у станков, иногда даже, вот все наверняка слышали, на ящик, когда роста не хватало, и начинали выполнять то, что им теоретически до этого рассказали, или что они практически увидели до этого у более опытного соседа. И они работали таким образом целые смены. Несмотря на то, что официально был рабочий день меньше, но тем не менее работали они полностью смены. Потом они очищали, например, железнодорожные пути. Вот так работавшие на заводе, который сейчас известен как «Прогресс», раньше он был секретный, с номерной 392 наркомата боеприпасов, то они после смены могли идти и очищать железнодорожные пути от льда. Колотушкой. Других приборов не было. Я ударница Снежанки шахты номер 9. Обещаю дать в конце этого года сверх нормы 28 тысяч тонн. Еще в довоенные годы в Кемерово возникло движение. Называлась она «Женщины-шахтеры». И вот прочитаю небольшую заметку из газеты «Кузбасс», 1939 год. Жены шахтеров треста «Кемерово уголь» единодушно откликнулись на мероприятие партии правительства о повышении угледобычи. На прошедших собраниях домохозяек на шахтах треста десятки женщин изъявили желание работать в шахте.
Домохозяйка товарища Баталова на собрании жен горняков шахты «Пионер», где присутствовало около 300 женщин, заявила: «Женщины в нашей стране равноправны с мужчинами. Партия и наш любимый вождь и учитель товарищ Сталин создали все условия для того, чтобы женщины в стране социализма были подлинными строителями коммунистического общества». С первых дней войны в городе открылись школы по обучению женщин горняцким профессиям. К концу 1942 года на шахтах работало 1314 женщин, из них 321 непосредственно в забоях. 78 были зрадниками. В это трудно поверить, но на кемеровских шахтах работали 160 девушек моложе 16 лет. И еще такая статистика. Всего за годы войны на кемеровских шахтах погибло почти 200 горняков, из них каждый пятый шахтер – женщины. Труд женщин, подростков, он и еще заключался в том, чтобы найти еду. И у нас были заводы, там выдавали талоны, все мы знаем, что по талонам можно было во время войны получить хлеб, и этот хлеб хотелось, конечно же, самому скушать, самой женщине скушать, но необходимо было донести до дома и там уже поделиться со своими близкими. Иногда это были или дети, иногда это были младшие братья, сестры. Причем порой отдавали не только хлеб, но даже там сахар, если вдруг дадут во время обеда, тоже забирали и отдавали близким. Вообще на заводы нельзя было опаздывать. Ну, конечно, опоздания порой случались, часов не было, вот как у нас сейчас, это роскошь, по сути, потому что раньше жили по гудкам завода. И просыпались под гудок нужно было успеть прийти. Если приходило позже, даже на 5 минут, все равно это опоздание. Первое, снималась часть заработной платы или премия, а вот уже если опоздание было неоднократным, то за это садили на гауптвахту. А что такое гауптвахта? Это нары в закрытом помещении. Причем эти нары опускались только на ночное время. Если человек, женщина, работала в ночное время, то ей, соответственно, необходимо было днем хотя бы немножко поспать. Этого она сделать не могла или могла сделать только на полу, потому что нары были поднятыми на дневное время. Затем сопровождение конвоем проходило от губы до рабочего места, потом до столовой, а потом обратно до губы. То есть наказания были равноценными для мужчин и для женщин. Никто никогда не считал долю женского труда во времена индустриализации страны или в годы войны, не знаю почему. Возможно, потому что нам, мужчинам, как-то стыдно за этот тяжелый бабий труд. И в этой связи идея. Вот каждый год на улицах города появляются самые различные скульптурные композиции. Пингвинчики, голуби, какие-то старушки, старички на лавочках. Некоторые из них, на мой взгляд, удачны, другие больше похожи на кич. Но, наверное, и они тоже имеют право быть частью городского ландшафта. Но почему бы не создать монумент во славу кемеровчанкам, которые, по сути дела, на своем горбу, своими руками сотворили очень замечательный город? Ну а почему нет?